Послушайте, я уверен, что многие согласятся со мной, что из всех мэров Одессы вы реально самый фэт-виничный и спортивный. Вы реально Джеймс Бонд. Вот сейчас очки сняли, а так были очень похожи. Спасибо. У вас есть детская мечта? Вы хотели сняться в каком-то фильме? Вы знаете, я вам открою тайну. Вот вам вот задали такой вопрос. Дело в том, что я снимался в детстве в фильме. Рабочее название его было «Мотылек». Это фильм был о подростках после гражданской войны. Я снимался там в эпизодах. Было очень интересно. Я тогда первый раз участвовал в съемках. Это было... Я тогда ощутил, что то, что мы видим в кино, и на самом деле желание сняться в кино и конкретной работой на площадке, это две большие разницы. Это колоссальный труд. Это я запомнил, все, что у меня осталось с моего детства. Конечно, мечта была, ну, наверное, любой мечтает сняться в кино. Вам повезло, знаете, многие мечтают быть мэром, у вас две мечты осуществилось. Вы в кино снялись, да. И мэр Одессы. Спасибо огромное. Спасибо большое.